Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны, трактат Сука, вторая глава, первая Мишна. Говорит святая Мишна: «Гаишен тахата митаба сука ло яца идэй ховато». Амар раби Иуда, но агин гаину шаину ишиним тахата митаби фнеазгиним было мрулану давар. Амар раби Шимон маасе бетаби авдош ли рабан Гамлиэль, шая ишен тахата мита. Вамар лэм рабан Гамлиэль лазгиним раитем тави авди, шуут ланит хахам ваюдея шавадим птурим эна сука, лефиках яшен ху тахата мита. Улифи даркену ламаду шаешен тахата мита ло яца едэй хувато. Говорит Мишна, спящий под кроватью в суке. Да. Дело в том, что мы уже говорили про это, что если внутри суки есть другой ойль, да, другой шатер, то есть горизонтальная поверхность площадью минимум кулак на кулак, то она аннулирует как бы ту суку, которая над ней, как мы учили, например, сука под сукой, или... Или пример, который разбирается здесь. Человек, который спит под кроватью в суке, не выполнил свою обязанность. Да? Почему? Потому что он спит не в суке, а под кроватью. А теперь здесь идет речь о кровати, которая имеет высоту минимум 10 кулаков, потому что это считается важным, то есть она сама имеет достаточную высоту для суки, но сука не является кошерным покрытием, да? Кровать, прошу прощения, не является кошерным покрытием для суки. И поэтому она, как бы, этот ойль, этот шатер, который называется кровать, аннулирует тот шатер, который называется сука. Хотя кровать сделана для того, чтобы спать на ней, а не под ней, мы могли бы подумать, что спящий под сукой, это не считает, что он находится под другим шатром, тем не менее, считает автор Мишны, что таким образом обязанность находиться в суке, то есть спать, есть и так далее, если делается под кроватью, такая обязанность не выполнена. Так с ним спорят раби Иуда. Сказал раби Иуда: у нас было принято, что мы спали под кроватью перед старейшинами, и они нам ничего не сказали. Раби Иуда говорит, что есть у нас доказательства, да? У меня нет традиции, но я знаю, что были старейшины, и мы перед ними спали под кроватью. Видимо, сука, она обычно достаточно тесная, они хотели учиться у них, и места там всем не хватало. Так они, ученики, лежали под кроватями, чтобы, потому что, видимо, это занимало всю площадь суки, или большую часть площади, не помещались туда. Так старейшины нам ничего не сказали. Отсюда, говорит раби Иуда, доказательство, что можно спать под кроватью в суке. Раби Иуда здесь, опять же, следует согласно своему мнению, что он считает, что сука должна быть постоянным жилищем, и временный шатер, кровать, не аннулирует, по его мнению, постоянный шатер суку. А сказал раби Шимон, история была с моим рабом Тави. Рабом рабан Гамлиэля, который спал под кроватью. И сказал рабан Гамлиэль старейшина: мы видели моего раба Тави, который Талмид Хахам, который мудрец Торы. И он знает, что рабы освобождены от исполнения заповеди суки, и поэтому он спит под кроватью. Соответственно, отсюда мы выучили, говорит раби Шимон, что спящий под кроватью не выполнил свою обязанность. Да? В чем здесь история? Это очень известный персонаж в Мишне, фактически один из мудрецов Мишны, хотя он не был евреем. Это Тави, не еврейский раб рабана Гамлиэля. Рабан Гамлиэль был главой Санедрина, он был главным мудрецом в своем поколении, вообще одним из главных мудрецов еврейской истории. И у него был раб, значит, по закону, если еврей приобретает не еврея в рабство, тогда он дает ему время, год, на то, чтобы тот выбрал. Если он хочет принять гиюр, то он, хозяин имеет право его оставить. Если раб отказывается принять гиюр, хозяин обязан его отпустить. Но гиюр, приняв, это не совсем классический гиюр, то есть он не становится евреем, он получает статус раба, нееврейского раба. И он евреем не является, но он обязан исполнять те же самые заповеди, что обязан исполнять женщина, то есть заповеди, не связанные со временем, поскольку он приобретается для того, чтобы он работал. Так сука – это заповедь, связанная со временем, и женщина не обязана сидеть в суке. Точно так же и рабы не обязаны сидеть в суке. Так говорит рабан Гамлиэль, что его раб Тави, который мудрец, и он приводит доказательства мудрецам, старейшинам из действий своего раба. Говорит, что если мой раб Тави, видите, он спит под кроватью, значит, он знает, что он таким образом заповедь не выполняет. И хотя рабу можно выполнять заповедь, находиться в суке, но, видимо, опять же, там было тесно, и Тави хотел слушать то, что говорят мудрецы, и поэтому он лег под кровать, чтобы не поместиться в суку, и хотя он понимал, что таким образом заповедь суки не считается выполненной, но он и не обязан. Да? Так отсюда, говорит раби Шимон, доказательство, что спящий под кроватью не выполнил в суке, не выполнил свою обязанность. Спасибо большое, хорошего всем дня.